Вот она, старушка Америка, бастион демократии, фасад которого давно трещит по швам. 1962 год положит начало цепочке событий, кардинально изменивших эту страну. Политика – грязное дело, и поэтому для того, чтобы достичь вершины пищевой цепи, Никсону пришлось изрядно запятнать свою честь. Встречались мы с лидерами похуже, у многих и без того руки в крови. Хотя с такими персонажами, как по мне, проще, ты всегда знаешь, что от него ожидать. Если это не улыбчивый шизоид из Металлафрики, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Нам нужно понимать, что страна находится на перепутье, в шаге от кризиса, да и еще и наш древний враг в лице страны восходящего солнца, как всегда, пытается вставить нам палки в колеса. Собственно, с самого начала 1962 года единственной нашей целью становится раскол сферы сопроцветания. И хоть Юго-Восточная Азия давно стала пороховой бочкой для японцев, нам не стоит ожидать легкой победы в этом регионе. Японский императорский флот по-прежнему боеспособен и представляет угрозу. Самое страшное, что кашу варить Никсону предстоит с такими товарищами, как Рокфеллер, Джонсон и Рассел. А уж эти ребята явно своего не упустят и с радостью засунут свои загребущие лапы в карманы простых граждан. Все ведущие страны мира, в особенности сверхдержавы, прекрасно понимают, что вести войны огромными армиями – затея попусту опасная и может положить начало новому концу. Именно поэтому Рейх, ОСН и Сфера сосредоточат свое внимание на прокси-войнах, ближайшая из которых начнется совсем скоро. Япония серьезно укрепила свои позиции в Сингапуре. Их марионетка долго являлась лояльным поставщиком огромного количества ресурсов. Перерезав такую жизненно важную артерию, мы серьезно дестабилизируем японскую военную машину. В соперничестве японской армии и флота давно победил флот, и тем важнее для нашего противника становится этот регион. Таким образом, нам придется балансировать между ведением войны и избирательной кампании. Быть может, Никсон и победил, но дни национал-прогрессивного пакта еще не сочтены. Японцы серьезно усиливают свое военное присутствие в Сингапуре. Однако, следуя базовым математическим принципам, мы понимаем, что если где-то прибыло, то где-то убыло. Нанесем японцам поражение здесь и сейчас, и нашим союзникам на Филиппинах и в Индонезии будет гораздо проще. Наши военные советники уже вовсю тренируют ополчение. Такая зверская муштра обусловлена тем, что мы теряем укрепленные позиции на линии фронта. Очень быстро становится ясно, что без отправки добровольческого корпуса нам это противостояние не выиграть. И пока Мартин Лютер Кинг пропагандирует свободу, равенство и братство, те, кто хоть чуть немного равнее, отправляют простых солдат убиваться об японские штыки. Чуть более чем через месяц мы отправим нашим союзникам серьезное пополнение вооружением и боеприпасами. Это позволит нам выиграть немного времени до той поры, пока мы не сможем сформировать качественный и хорошо укомплектованный добровольческий корпус. Что же касается политики, то здесь нам пока сопутствует удача. Наша кампания в Огайо приводит национал-прогрессивистам немного избирателей. Что же касается наших оппонентов, то они более заняты грязнёй друг с другом, нежели формированием крепкой коалиции. На данный момент такой расклад дел нас полностью устраивает. Тем временем некоторые из наших граждан считают, что нам бы лучше сосредоточиться на внутреннем устройстве страны, нежели на прожигании бюджетных средств в войне с Филиппинами и Малайей. Глупцы, ничего не понимающие в искусстве ведения войны, они даже не представляют, как сильно заблуждаются. Если мы не остановим азиатского агрессора здесь и сейчас, их очищающее пламя рано или поздно перенесется в Центральную Америку. Оглянуться не успеешь, как предприимчивые руки Дзайбацу доберутся до нашей промышленности. Техас вряд ли сохранит лояльность, и вполне возможно, что именно он станет отправной точкой для начала японского вторжения. Что ж, как сильно чернь не ругала бы Никсона, ему хватило ума отправить добровольцев. Лучше поздно, чем никогда, он вполне хватает недоумка в правительстве, не хватало, чтобы эта болезнь перебросилась и на нашу армию. Самое время немного отвлечься от противостояния с Японией и вспомнить, что у нас все-таки есть еще один не менее грозный противник.
Нашей основной целью в противостоянии с фашизмом станет ослабление его влияния в центральной части Америки, после чего мы сможем обратить свой взор на нашего бывшего союзника в лице Британии. Если все пройдет гладко, английское подполье само выполнит поставленную перед ним задачу по освобождению страны. К сожалению, это все, чем мы могли бы довольствоваться. В ближайшее время мы вполне возможно столкнемся с еще одной проблемой в Южной Африке. И как бы не был велик соблазн начать скорейшее решение проблем на Филиппинах, сейчас мы не можем себе этого позволить. Во всяком случае, до той поры, пока Малайя не стала американской. И рано или поздно этот момент настанет. Применение ударных вертолетов позволило изменить ход всего противостояния. Самое время нарастить их производство и сформировать еще несколько дивизий. Что-то мне подсказывает, что мы еще не раз применим их для прорыва линии фронта неприятеля. Где и когда — это вопрос времени, однако горячие точки сыпятся как из рога изобилия. Стало быть, была бы техника, а применение ей всегда найдется. Наконец, 17 июля 62 года мы берем Сингапур под свой контроль. Сейчас самое главное — добить оставшиеся силы японцев в регионе. Не дать противнику возможности вывести их. Такие огромные потери в живой силе серьезно дестабилизируют всю сферу и откроют нам возможности по дальнейшему саботажу в этом регионе. Еще у нас есть предположение о том, что следующая горячая точка вполне вероятно может быть в Мадагаскаре. Здоровье фюрера постепенно угасает, и со дня на день начнется дележка его наследия. В любом случае, мы будем пристально следить за развитием ситуации в регионе. А пока самое время реабилитироваться перед народом Филиппин за позорное бегство МакАртура. На данный момент политическая ситуация в стране такова. Национал-прогрессивисты ведут активную кампанию, но этого по-прежнему недостаточно для того, чтобы получить подавляющее большинство. Неудивительно, ведь республиканцы совместно с демократами формируют подавляющее большинство. К тому же Никсон вполне возможно будет использовать всю полноту своей власти для того, чтобы укрепить собственную партию. Очередной успех на Филиппинах позволит закрепить наше преимущество. Когда грянет буря, японцы поймут, что было слишком поздно. Для поставки оружия и боеприпасов ЦРУ использует наши контакты среди мирного населения. Но не стоит и забывать о поставках оружия непосредственно в саму Индонезию. К сожалению, мы вряд ли сможем поджечь искру восстания одновременно. И будем надеяться лишь на то, что нам не придется выбирать, на каком из восстаний нужно будет сосредоточить свое пристальное внимание. К тому же мы должны помнить о враждебном диктаторском режиме Батисты. На данный момент все попытки свергнуть диктатора или убить его претерпели неудачу. Но, как говорил Виктор Резнов, если я готов к встрече со своей участью, это вовсе не значит, что я тороплюсь ее встретить. То же самое справедливо и по отношению к Батисте. Какая гадость, только мы собираемся начать операцию, как тут же нам докладывают о ситуации на Филиппинских островах. Стало быть, у нас будет слишком ограниченное количество ресурсов, в частности командных. Однако мы провели неплохую подготовку на Филиппинах и можем бросить все оставшиеся ресурсы на Доминикану. Очередная блестящая кампания НПП позволяет нам чувствовать себя куда более вольготно, чем несколькими месяцами ранее. Однако большая часть конгрессменов по-прежнему находится под пятой Никсона. Пожалуй, сейчас основной целью нашего блока будет лишь ослабление правящей партии. Здоровому государству нужна сильная оппозиция, именно это мы и пытаемся построить. Что касается островов, находящихся под гнетом сферы влияния, в частности Индонезии и Филиппинах, мы можем с уверенностью сказать, что наши повстанцы накачаны оружием до предела. Нам остается ждать и надеяться, пока какой-нибудь военный поезд с поставками непосредственно из Токио сделает бум. Можно бесконечно слушать, как треплются между собой пара рыбаков, перевозящих у себя под жопой несколько гранатометов и с десяток устаревших винтовок. Однако кекс-инструкторы из НАТО удивили на этот раз даже самого Никсона. Ох, подумать только, сколько австралийских голубятин им пришлось разворошить для своего нового исследовательского проекта «Лэнгли». Мы же, в свою очередь, продолжаем концентрироваться на Филиппинах, попутно сохраняя компромат на Никсона и завершая выборы сенаторов третьего класса. А надо сказать, неплохая такая картина нарисовалась. Еще несколько лет упорной борьбы, и прогрессивисты перекрасят звездно-полосатый флаг Америки в очень интересную субстанцию. Все приготовления для кампании в Индонезии успешно завершены. И осталось только чиркнуть спичкой и посмотреть, что будет. ЦРУ докладывает, что какой-то придурок на рисовых полях за городом Себу собирается поджечь рисовые поля. Вот это действительно акт революции.
а потом им поставки гуманитарной помощи налаживать. И все это при том, что госдолг старушки Америки нещадно растет. И такое ощущение, что на ЦРУ мы сейчас тратим больше, чем на собственных граждан. И в свою очередь, национально-прогрессивный блок этим успешно пользуется. Никсон находится в патовой ситуации, он полностью парализован, а его руки связаны. Последний год вопросы, касаемые гражданского права, наиболее остро проявляются в обществе. И становится просто очевидно, что действующее правительство не способно справиться с такими проблемами. Что же касается Мадагаскара, то здесь ситуация чисто по-американски вьетнамская. Эмиль Моррис требует немедленной эвакуации. Безусловно, нашей разведке будет о чем поболтать с этим товарищем. И как нельзя кстати, ЦРУ нашло новую возможность для уничтожения лидера Доминиканы. Будем надеяться, в этот раз-то они не оплошают, ведь для того, чтобы брать Батисту, придется организовать чуть ли не целую гражданскую войну. Да уж, ситуация слишком быстро накаляется, нам придется обучить огромное количество дивизий, а еще мы рассматриваем возможность подготовку целого экспедиционного корпуса. В теории все это должно выглядеть как отправка добровольцев Кубой, однако все прекрасно понимают, откуда дует ветер. Наконец, ЦРУ соглашается протянуть руку помощи Моррису и организует его побег из Мадагаскара. После того, как Рейх и Япония сделали свой вход, поставив ставки на совершенно разные территориальные единицы, мы можем с чистой совестью отправить наших собственных добровольцев. Хотелось бы нам продолжить решать проблемы соседей, однако... Гражданские права и свободы заслуживают того, чтобы к ним хотя бы иногда проявляли уважение. Многие рассчитывают на то, что план Кеннеди по решению данной проблемы окажется билетом в один конец. Но надо признать, что парень-то оказался вовсе не глупым и воспользовался моментом на все 100%. Именно сейчас, когда правительство позволяет стагнировать Сенату, план реформ Кеннеди кажется как минимум интересным. Многие даже полагают, что его проект всерьез может пройти несколько чтений. Вот так вот вчерашний изгой, казалось бы, выскочка, обратил взоры простых обывателей на себя. Закон о гражданских правах от 1962 года пройдет в 1963, хотят ли прихлебатели Никсона того или нет. А мы довольно быстро и оперативно умудрились ослабить японцев ровно настолько, что их присутствие на Мадагаскаре быстро стремится к около нулевой отметке. Не дают нам спокойно повоевать за бананы, ведь очередная горячая точка требует нашего внимания. 31 марта 1963 года у противников Батисты появляется шанс показать всему миру, что у них еще остался порох в пороховницах. Вторжение в Пуэрто-Плата носит для Америки не только лишь престижный характер. Оно позволит практически полностью обезопасить страну от внешнего агрессора. Пока Кеннеди продолжает проталкивать свои безумные планы в Конгресс, у нас есть чем поделиться с мировой общественностью. Красный остров снова под синим знаменем. Только и всего, что осталось решить, кто же все-таки будет управлять этими землями. Подавляющее большинство наших общественников могут не согласиться с нашим решением, но установление гражданской диктатуры на острове – это хорошая идея. Старина Ганс будет избран президентом Федеративной Республики Мадагаскар. Ну а мы тем временем можем сосредоточиться на американских зеленых человечках, высадившихся у берегов Пуэрто-Плата. Если уж старина Геральт из Риви сетует на порталы, то мне точно в кошмарах будет сниться Доминиканская Республика. Я пробовал несколько раз, каждый из которых приходилось начинать сначала, то есть абсолютно с самого начала, и наконец-то нашел тот самый идеальный баланс, который позволяет одержать победу. Единственное, что не стоит разворачивать при подготовке к кампании, это бронетанковую роту. Уж слишком много ресурсов она жрет, и при этом на нее нужно какое-то катастрофически огромное количество снабжений, причем она абсолютно не окупается. Со всем этим хаосом на дне стакана мы пропустили захват Манилы нашими союзниками из Филиппин. Однако это всего лишь начало, контратака японской армии не заставит себя долго ждать. Однако уже до конца месяца мы одержим еще одну победу. Карибский регион разобрался с диктатором. Трухильо повержен, поезд сделал очередной бум, а все совпадения с Батистой случайны. Или нет, возможно, когда-нибудь в архивах ЦРУ найдется правда об этом инциденте.
Потом будет еще череда лиц, Кравченко, Драгович, эти чертовы цифры. Но это будет потом, когда Объединенный Филиппинский фронт достигнет своих целей. А ты, мой дорогой друг и товарищ, поставишь этому видео свой царский лайк, перейдешь в наш ламповый телеграм, дискорд или группу ВКонтакте и по желанию напиши один или несколько комментариев для поддержки этого видео. Совсем скоро бастион демократии покажет свою истинную натуру и отправит несколько сотен тысяч добровольцев, пожалуй, одной из бессмысленных войн во всем континенте. Или все было не так, Никсон уйдет в отставку, и его место займет кто-то другой. Об этом и многом другом мы с вами узнаем совсем скоро. До новых встреч, пока, ребята!